1 сентября 2023 года федеральный закон номер 181 о социальной защите инвалидов Российской Федерации внесены следующие изменения. Так, документом официально закреплены понятия «сопровождаемое проживание» и «сопровождаемое трудоустройство». Сопровождаемым проживанием, согласно поправкам, следует считать главную альтернативу закрытым учреждениям, психоневрологическим интернатам. Законом для инвалидов старше 18 лет, не способных к самостоятельному проживанию без помощи других лиц, предусмотрена возможность проживать дома или в условиях, приближенных к домашним, учиться, заниматься бытовыми делами под присмотром специалистов. Кроме того, законом предусмотрено такое понятие, как социальная занятость инвалидов. Так, для инвалидов предусмотрена возможность выполнять несложные трудовые обязанности при помощи других лиц, получая за это вознаграждение.